Уважаемые студенты, приветствую вас. И тема сегодняшней лекции – этика, философия, ценности. Мы поговорим о том, что такое ценности, аксиологические категории. Итак, что является отличительными признаками нравственных ценностей? И первый главный признак – это то, что они предполагают личность. То есть хорошими или плохими могут быть только реальные личности, их действия, установки. И поэтому в качестве первой важнейшей черты нравственных ценностей является то, что по своей сути это ценности личности. Еще один признак, который отличает нравственные ценности от всех остальных, это то, что человек несет за них ответственность. Ведь мы порицаем человека за то, что он жаден, нечистоплотен, но мы не порицаем его за то, что он бездарен или то, что он... То есть связь с ответственностью является главной чертой нравственных ценностей, которая отличает их от всех остальных. И все нравственные ценности предполагают свободу личности. Только благодаря свободному выбору человек может быть хорошим или плохим. И нравственные ценности связаны с совестью. Да? Когда мы понимаем, что совершили что-то плохое, то в нашей душе звучит беспокойный голос, который мы называем совестью, и это неумолимый голос, и он нарушает наше душевное равновесие, он обременяет нас, и, конечно, он не сравним ни с каким грузом. Нас, конечно, может огорчать нас интеллектуальная несостоятельность, или, может быть, какая-то физическая неполноценность, но на самом деле депрессивное состояние имеет совершенно другой характер по сравнению с той дисгармонией, которую вызывает наша неспокойная, нечистая совесть. Дело в том, что все нравственные ценности носят обязательный характер, и нам кажется естественным, что отдельный человек может не обладать интеллектуальными талантами, но каждый обязан обладать нравственными достоинствами. Видите, если кто-нибудь заявляет, я музыкант, но у меня нет философских способностей, или меня интересует наука, а дверь в искусство для меня закрыта, это, в общем, нормально, да, но нелепо, если кто-то говорит, мое дело справедливость, а вот нравственная чистота, это касается других. Все нравственные достоинства обязательны для каждого человека. Наличие или отсутствие нравственных ценностей связано с сознанием заслуги или вины и, соответственно, с понятиями награды или наказания. Так какие же сферы включают в себя нравственный мир личности? Первая сфера – это сфера поступков. Некоторые философы ограничивают всю нравственность этой сферы, сферы поступков. Потому что эта сфера управляется волей, любой поступок обязательно является результатом волевого акта. Вторая сфера – это конкретные ответы, да? Ну, эмоциональные. Это может быть раскаяние, любовь, надежда, уважение. Такие акты, как прощение, благодарность. Потому что все наши эмоциональные оценки связаны с этими актами. Мы относимся с уважением к благородному, к восторгу, к акту прощения, да, мы восхищаемся красотой раскаяния, мы говорим о глубине любви, или мы говорим о том, что человек к чему-то стремится. Еще одна, третья фундаментальная сфера – это постоянные качества характера личности, то есть область добродетели, мы говорили об этом на прошлой лекции, то есть вот та самая золотая сердцевина нравственности. Аксиологические категории необходимо объяснить. Вообще нужно прояснить, что такое аксиологическая категория. Это ключевое философское понятие, которое выражает сущность определяемого феномена. Так сложилось исторически, что аксиологические категории делятся на два типа. Да, традиционные или нетрадиционные. Так вот, традиционные – это те, которые разрабатывались классической этикой, этикой с момента зарождения до нового времени. И нетрадиционные – это те, что немножко качественно отличаются от
классических категориях называют сущностными категориями, или их еще называют функциональными. То есть они дают знания не о ценности как таковых, а о сущности морали. То есть это такие категории, как, скажем, моральные отношения или моральная оценка, да? И Иммануил Кант в своем понятии «категорический императив» говорит, что это как раз такие сущностные категории. И после Канта уже Гегель вводит в этику понятие нравственности. И с этого момента мы уже можем рассматривать мораль и нравственность как нетрадиционные этические категории. Что же это за категории? Что же это за аксиологические категории? Это добро, зло, благо, это честь и достоинство, это стыд и совесть, это долг и ответственность. Конечно, мы можем продолжить этот список и далее, но давайте все-таки попробуем рассмотреть некоторые из этих категорий. И первая категория – это благо. Благо – онтологическая категория. Она говорит о состоянии или условии совершенства, да, и благо синонимично понятию добра и рассматривается в этическом аспекте. Вообще, как бы благо часто рассматривается с позиции благости, да. У Платона благо относится к сфере идеального и определяет место всему согласно истине бытия. Аристотель в понимании блага подчеркивает телеологический аспект, то есть стремление к осуществлению всего. И в качестве высшего блага Аристотель полагает счастье. Что касается богословия, то вспомните, пожалуйста, Фому Аквинского, да, средневекового философа. Он говорит о том, что Бог, не имея нужды, все-таки сотворил мир, и он создал его из желания блага, да. Далее в учениях Декарта, Спиноза, Лейбница сохраняются аспекты традиционного учения о благе как сущностной характеристики. И начиная уже с 17 века мы можем говорить, что благо исключается из числа бытийных начал, онтологических, и начинает трактоваться как результат полагания свободной воли, да. И этический аспект блага предполагает оценку в качестве блага всего того, что способствует удовлетворению личности. И в обыденной речи нередко употребляется для обозначения какой-то положительной значимости предмета или явления. Еще одна категория аксиологическое – добро. Добро как раз-таки то, что способствует благу. Да? Ну, дело в том, что вот этот термин «добро», он часто относится к вещи, да, и потом к человеку. И в качестве, скажем, характеристики человека доброго, то мы имеем прежде всего какое-то деловое качество, а потом моральное качество. И вот вопрос соотношения добра и зла очень часто привлекает мыслителей, поэтому нужно совершенно... Ну, кстати, вот давайте вспомним Канта. Кант считал, что безусловное добро – это понятие разума. И сведение понятия добра другим положительным качеством считается моралистической ошибкой. Ну, опять-таки, попробуем рассмотреть понятие добра, соотношение добра и зла. Это вопрос, который всегда интересовал мыслителей. И согласно одной точке зрения, добро и зло являются однопорядковыми началами мира, которые находятся в постоянном противоборстве. Да, помните, это иньян. И согласно другой точке зрения, действительным абсолютным началом является добро, а зло – это результат ошибочных или порочных решений человека. Да? Человек свободен в своем выборе. И в отношении к бытию зло – ничто, а добро всегда абсолютно. И зло – это тоже аксиологическая категория, она охватывает любые негативные
состояние человека и силы, вызывающие эти состояния. Это могут быть природные стихии, да, природное зло, это может быть социальное зло, это может быть моральное зло. А вообще в этическом смысле понятие зла определяет то, чему противодействует мораль, то есть то, что она хочет исправить. Но моральное зло, оно подконтрольно субъекту, и человек должен отвечать за свои поступки, и именно от человека зависит, будут его поступки добрые или злые. Ну, если мы рассматриваем источник зла, то вспомните Гоббса, это моральный эгоизм, да, вспомните средневековых философов. Ну, хочется привести в пример все-таки Ильина, советского философа, российского философа, понимавшего так, что добро и зло – это феномены внутреннего мира человека, и допущение зла есть потворствование ему, а вот непротивление злу – это открытие для него своей души. То есть утверждается, что злу нужно сопротивляться силою, а вот настойчивость этой силы зависит от того, именно какому злу нужно сопротивляться. Здесь же хочется вспомнить Толстого, непротивление злу насилием, и который говорил, что любое сопротивление только увеличивает зло, только множит зло, да? Ну и главное убеждение, вот историческое убеждение, что борьбу нужно начинать в собственной душе.